have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Мы прячемся в шкафу, все не просто так. Или купаемся в ванной, или залазим в туалет и пытаемся спрятаться в воде в туалете. Это знаешь, когда приходишь в туалет и говоришь, все, чувак, смываемся. Ой, я, кажется, подозреваю, кто убийца. Подозреваешь? Да, подозреваю. Что-то мне не нравится ультра-розовая и милая девушка, она что-то слишком пушистая. Ну вот, не знаю, как насчет... Опа! Да, это была розовая девушка. Ясно. А нет, девушка с черными волосами, которая еще выглядит как настоящий панк или ребенок. Вижу. Это не та же Руби случайно, ладно? Нет. Кто видел предыдущие серии, те в курсе, кто такая Руби и почему... Прячемся в шкафу. Фу-фу-фу. Прячься. Чувак, она здесь! Она тебя сожрет! Она меня сожрет! Уйди. Сила светлячков помогает. Она что, она убежала и не знает, где мы? Стой, а тут же... Мне кажется, или тут раньше проход был? Я что-то немножко обосновалась. А, он здесь. Я в подвал. Как много... А, тише ты! Кто тебя убил? Угу. Я только туда, но оттуда, и, короче, все, вот, да. Что, с черными волосами, да? Да-да-да, только вот эти радужные пистолеты и красные ножи, и черные волосы. Вообще, так, кстати, довольно стильно. Ее зовут Филина 268, наверное, филе любит блин, кушать. Блин, доги вылетают, блин, дожи! А, фух, вот так вот не вылетает. Это я, и она меня убила дважды. Она знает? Конечно, она знает. Нет, не знаю. В телеке, что ли? Да. Она не знает. Эпически. Так. Я знаю почти. Сколько у тебя прошло времени? Ну, где-то еще сколько-то там. Блин, я так напугался, когда она прибежала в подвал и такой. А, казалось, что не. Так, ну что, Филина или не Филина? Микрофилина. Нефилина и всякое такое, ладно. Типа, Лесико, это у нас шериф, да? Окей. Это Лесья, лисичка. Один на один? Хорошо. Типа, ну давайте один на один. Вы так, по-моему, вдвоем остались. А! Я забыл про твою пушистую задницу в телевизоре. Никто не знает об этой нычке. Они думают, что они один на один, да? Та такая, здесь кто-то еще остался? Офигеть! И это сразу начало такая флексить на полу. Так, сколько времени осталось? Сейчас 900 XP. Нет. Игра закончена. Я выиграл. Да, пошла искать. Ха-ха. Та такая, где ты? Где ты, тварь, покажись! Хорошо. Красавчик, что затащил. Что мне в чате написали? Ничего. Ладно. Как я тогда спрятался в телеке, и все. Так, за карту надо голосовать, точно. Биолаба? Давай, не, или, ой, блин. Да пофиг уже за Биолабу 4. В офисе, в общем-то, очень крутая нычка, про которую я знаю. Там есть еще спрятанная удочка резиновая. Удочка или уточка? Уточка. А то мало ли, как ты там что скажешь. Так, надо быстро искать ту нычку, которую я знаю, которую я люблю, и которую я знаю, и которую я люблю. Так, где ты? Точно! Идем со мной. А? Идем за мной, я знаю крутую нычку. Здесь есть ящичек, в котором можно спрятаться. Идем за мной, если хочешь шить. Блин, где этот ящик? Где этот долбанный ящик? Он еще... Убийца здесь! А, это она, я понял. Я уже не выберусь. Так, я вовремя вошел, да? Почему она быстрее тебя? А потому что она убийца. Такое ощущение, как будто ты начал бегать быстрее.
От страха все, что хочешь, можно быстрее. Она хоть в ножинике. Нет! До свидания. Ты уверен, что это не она? Она вон туда пошла. Ну, можешь написать в чате, кто убийца. Пока я это напишу, меня убьют. Вот да, вот так вот эгоистичная твоя. Вот там, вот там. Я знаю, ты... знаю, я сюда и иду. Посмотри от третьего лица, насколько тебе хорошо видно. Вылетает ли что-то наподобие эффектов или пэта? Вообще невидимый. Я пэта не ношу, именно поэтому. А у меня донатный пэт, который нифига не донатный. Я понимаю, но, блин, пэт очень сильно палит, так же, как и трейл и всякое такое, поэтому... Трейлов здесь нет. Мне интересно, мои книги не выпирают? Вроде нет. Короче, ну, сидим, ждем. Ну, блин, это экстра увлекательный геймплей, я понимаю, но выжить-то все-таки хочется. Потому что как сурф, что-то еще можно сделать. О, победа! Победа, победа вместо обеда. Ну как я тогда тебя пригласил, чтобы показать тебе крутую нычку и там убийца сидел? Ну как так-то? Виктори бонус. Почему хорошо. Я такой удачливый? Удачливый? Удачливый. Банк. О, кто-то хочет со мной, это со мной трейдиться. Интересно, зачем? Кто бы это мог быть, да? Что ж, эта девушка предлагает мне всякие вещи, но зачем мне эти вещи? Я не знаю, зачем мне. Я не знаю, почему, я не знаю, что зачем. Мы тут не причем. Ну, давай, допустим, я приму, а вдруг это подарок. Ага. Кирпичом по голове подарок. Ну что, реально приняла или еще? Давай-ка посмотрю. Нет, отказалась. Жалко. Закрываем дверки. Я не верю, что это ты, убийца. Оп, блин. Чего убийца там, убийца там, убийца там. Откройте двери! Я не знаю, кто, но звук был. Давай не будем прятаться в столбе. Я не буду прятаться в столбе. Это было в прошлый раз, так неинтересно. Слишком скучно. Слишком скучно нам. Опа! Там идет охота. Я помню одну очень крутую нычку, такую крутую, прям офигительную. Нет, тут сесть нельзя, жаль. Так, дымок, дымок. Можно вот так. Ящички, ящички. Ванная. Блин, мой котоплащ. В соседнем этом уже кто-то стоит. О, три монетки. Я такой нычись, и в соседнем этом кто-то стоит. То есть я нас тут уже как минимум двое. Вы засунься! Олень. Кого нашел? Я нашел убийцу и трупы, еще я нашел шерифа, еще этот долбанный убийца кидает у всех ножей, я просто собираю монетки. Давай, удачи. Меня тут чувак палит, блин, сволочь. Мне абсолютно пофигу на то, что рядом со мной убийца, прям в миллиметре, просто шериф меня защищает. А убийца не может вылезти, потому что... Ой-ой. Убили шерифа, да? Она не знает, где. Я тоже не знаю, где ты. Я на улице. Там, где есть убийца. Такая, мам, а кот два выйдет? Еще а когда кот а... выйдет? Ладно. Эй, они тимятся! Богатые дети тимятся, это нечестно. Блин. А нет, не тимятся. Че, убил? А да, тимятся! Тебя грохнули, не? Розово-волосые, они сидят в дискорде и говорят, где, кто? А нет, они уже не тимятся. Я просто... А нет, Я возле зеленых ящичков сижу, меня никто заметить не может. Нет, ты меня не заметишь, поняла? Блин, вот эти шкафчики, кстати, прикольная штука, потому что в каждом из них можно прятаться. Теоретически тут можно 5 человек запрятать или похоронить. Все в зависимости от того, что происходит. Из ящичка такая лапа высовывается, помахала такая мне на камеру. О, смотри. А, ладно. Сейчас, может, еще будет. Я просто насобирал монетки, 40 монеток, все круто. Я просто ухожу оттуда, где я был. Сейчас там наф активируется. Блин, кстати, про монетки ты мне сказал. Монетки-то я вообще не собирал в этом раунде. Надо хоть какие-то собрать.
Они хоть в этой комнате появляются. Сколько там? 900? 1000 экспы? На когда... 900. На 900 экспы завершается раунд? Да. Привет. Привет! Вот я тут, короче, в этом ящике есть чувак. Вот тут. Вот тут? Ну-ка. А, совсем чувака. Ты посмотри на этот череп. Сам по себе. Ну, неплохо. 900 экспы и целых 9 монеток. Все, короче, я монстр. Целых 40 монеток. Вот сколько я насобирал. Изи. Блин, это было так легко просто смотреть на то, как шериф пытается достать убийцу, а убийца не хочет вылезать из своей норки, потому что там есть шериф, и я такой собираю монетки возле них. На острие атаки. Да. Хип-хоп монетки. Прикинь, я скоро левелапну свой левел. Это прозвучало сейчас очень... Да. Очень тупо. В тот момент, когда собрался левелапать левел. Да. Угу. Я хочу стать убийцей. Сейчас пожалуйста. Скажу, что вода мокрая. Дайте мне стать убийцей. Блин, нет. Привет. Не убегай от меня, деточка. Зато я стал шерифом. Круто. Смотри. Вот. Я шериф. Это маскировка, да? Да, маскировка. Это маскировка. Там еще было показано, да, что у меня реальный пистолет, да? Да. Даже ножа нету? Нету. Отличный навык у меня. Офигенский. То есть я могу пролазить чуваку. Черт, погоди. А какие у меня навыки убийцы? Без понятия. У меня только footsteps. Эмоции мне нафиг не надо, пэтс я не ношу, эффекты... Блин, меня спалил шериф за тем, что я взял пушку шерифа. Yes, у меня 70 уровень, посмотри, сначала я был сереньким, серебряным, а теперь я золотой. У меня до сих пор показано 69, еще не обновился, видимо. А я обновился. Я скоро опять. А обновлюсь. Я, кстати, какой? Я 48-й. Я тоже такой же прикольный перец. Factory. Кстати, ты можешь купить мой навык за 3000 монет. Я знаю, я могу сейчас купить практически все, что угодно. Я думаю, нужно ли оно мне. Мне на самом деле смех смехом, но мне вот это footsteps нравится. А, мне не очень. Как бы это довольно полезно. Как ты, ты видишь, когда недавно кто-то был... где-то, когда-то. И ты становишься этим никем. Никем. Я знаю одно крутое место, пойдем покажу. В общем-то, идем на склад. Я в неплохом месте. Я знаю еще лучше. Называется коробочки, уху! Так я вот в коробочках. А здесь есть еще более крутые коробочки. Они большие. Блин, интересно, как вот в эту дверь зайти? Смотри. Я не знаю. Ох, я в таком офигительном месте сижу, меня вообще никто не сможет достать. Но если это, нужно... это не твое случайно? Откуда ты видишь мои ноги? Я вообще никто никогда не видит. Никто не сможет достать. Чувак, у тебя тут вылазит кое-что. Ну как так? Я же тебе говорю, трейлер выдает. Ну не очень сильно выдает, но... Да как бы вот палит на пол стены, а так не очень сильно. Да, все, все нормально. Я думаю, то, что меня вообще никто не видит, а тут ты такой... А еще и лапа вылезла из стены, тоже хорошо. Вот смотри. Опа. Нормально. Можно подойти вот так, здрасте. Забор покрасьте. О! На. Выпустил светлячков прямо ко мне. Нормально так. Да вообще суперски. Два соседа. А, я тебе говорю, он тоже нашел классное место. Не, вообще не. Сейчас, блин. Так, да в биолаб мы сегодня были. Хочу мэншн. Мэншн?
так, Мерлин Мэншн. Давайте я тоже проголосую за Мэншн. Что тут есть? Research Facility. О, Research Facility. Ты хочешь Research Facility? Да, не, research мне facility. Хочется Мэншн. В смысле 2020, чувак? Ты что, в прошлом году живешь? Просто кто-то заболел коронавирусом. Королла вирус, когда покупаешь Тойоту и не знаешь, зачем это сделал. Шутка за 300. Ковидлом. Отравить их всех яблочным ковидлом, да. Так, надо найти нормальное место. Точно вспомнил! Я тоже. Если я вспомню сейчас, где оно, то я вспомню... Я помню нычку, но я не помню, где именно оно находится сейчас. Так, надо убрать дожжев и убрать пету, потому что это место очень сильно выдает их. Так, камин. Нет, в камин можно зайти, но не нужно. Тот так, момент, когда ты раковина. Ты в слове рак сделал несколько ошибок. Короче, залазишь... Рачок-кабачок. Смотри, залазишь на кухню и видишь... Я помню, раковина вниз. Да. Ты тонешь в этой раковине. Я помню, я про другое место говорил. Ее почти никто не знает. Да все знают про раковину, ты чё? Нет, не все. Это еще один трюк, смываемся, да? Смывается. Но я опять в шкафу заныкался. Вроде. Меня вообще никто сейчас не увидит. Никто, ни раз в жизни. Знаешь, вот имея вот такого кота у себя на плече, можно запросто развить в себе шизофрению. Такой, эй, дружище, нас видят. Не знаю. Кстати, ты заметил, что в этом режиме эти очки тоже не активируются? Жалко. То есть, короче, вот эти очечи, которые с пульками от... Нерфа, да. Может, они просто заглючили, и тебе надо их переодеть? Нет, так они вот в каких-то режимах они видятся, а в каких-то не видятся. Вот в чем прикол. Слушай, они реально заглючили. Я сейчас смотрю на твой профиль. Они у тебя одновременно есть. Показано то, что они... Они есть на тебе, но они не одеты. Не помечены зеленым. То есть это, получается, очки Шрёдингера? Да, они одеты и не одеты одновременно. Но я думаю, это какая-то ошибка кода, потому что... Ещё у тебя нету значка. Нет, значок у меня есть. Значит, странно, почему? Значок, вот, он у меня даже сейчас отображается. Блин, меня враг, меня убили. Если я сейчас выживу в шкафу... Думаю, мне стоит поменять мою нычку. То есть ты говоришь про раковину, никто не знает. Я говорю, если я сейчас выживу в шкафу, это докажет, что шкаф круче нычка, чем раковина. Ты уверен в этом? Нет, я же говорю, если. Если. Фичевое слово, если. Фичевое слово, ключевое слово. Йоу, ладно. Ну, я слышу, тут рядом прям ходит, прям убивает, но пока что не меня. Я подозреваю, что ты выживешь. Блин, денежка так вращается заманчиво. Хочу денежка. Но хочу выжить. Так, у нас что, 140 XP осталось? 130. Давай! А, денежка еще ближе. Я хочу денежку. Моя жадная душонка говорит, что я хочу больше монет. Слушай, ты еще реально выживешь? Ну, это вариант. Застрелили. Что? Да. Хочешь сказать? Шкаф круче раковины. Вот что я тебе хочу сказать. Шкаф лучше раковины? Да. На ней? Доказано научно, только что. Только что. Ну как так-то? Вот это пёсель. Какой пёсель? Ну, прикольный. Угу. Но он не мой. Я знаю, что он не разговаривает. У меня, кстати, есть питомец. У меня есть снеговик, тыковка, тыковка и скелет. In the house. Mm-hmm. Тыковка, тыковка. Тыковка, тыковка и снеговик. Йоу. Йоу. Так, хочу быть убивцем. Ты уверен в этом? Нет. Ты уверен, что ты хочешь быть убивцей? Почему не убийцей? Убивцем. Так, я сейчас спрячусь там, где даже ты меня не найдешь, понял? В этом понял? Доме, чтобы я тебя не нашел? А фиг ли мне тебя искать? Что-то мне не нравятся эти звуки, как будто кого-то убивают. Может, мне стоит уйти отсюда?
Тебя череп выдал. Че, реально? Да. Блин, долбанный череп. Зачем я его ношу? Ну, я его ношу чисто потому, что он VIP, и он вообще стоит... Блин, в телеке никого нет, вы офигели? В телеке никого нет. Интересно. Давай-ка я посмотрю, где кто прячется. Ух, я слышу монетки. О, да, вообще вот я прям считаю... Вон, ой, шериф. Не шериф, шерифа я убил, это герой. Нет, ты не убил шерифа. Я убил. Герой. Можешь кидать там же чувак. Не могу. Можешь. Зажми левую кнопку мыши. До свидания. Ну я знаю, где. Где? Чувак. Давай я дам тебе подсказку. Какая круглая желтая фара. А-а-а. Он находится в той комнате. Нет, не тут. А вот тут. Где-то тут. За шкафом. Откуда ты узнал? Я знаю туннель. Есть! Правосудие свершилось. Это просто потому, что очень подходящая карта для убийства. Там нет. Я таких... потому ее выбирал. У меня был высокий процент на убийцу. И я знаю, что эта карта идеальная для убийства. Поэтому я ее и выбрал. Я к тому же был единственным, кто проголосовал. Спасибо. Ладно, ребятушки. В общем, вот так сегодня побегали. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.